Минздрав России обновляет детские поликлиники, в том числе и в регионах страны. Модернизировать учреждения будут в течение 3 лет в рамках проекта «Бережливая поликлиника». Каждый год на эти цели федеральный бюджет будет выделять субъектам по 10 миллионов рублей. Внесут свою лепту и сами регионы, пишут «Известия». Напомним, в Северной Осетии реализация федерального проекта началась в апреле прошлого года. В его экспериментальную часть вошли 2 государственные поликлиники – первая взрослая и первая детская. В каждом медучреждении были выбраны по 3 первоочередных технологических процесса, которые требуют усовершенствования. У пациентов появилась возможность записаться на прием к врачу через единый портал госуслуг.